вот отсюда должен вылезти. Здесь у нас кабеля. Тут что, труба идет, а под трубой кабель. И вообще здесь везде пищит миноискатель этот, как они его назвали, костыль что ли. Там уже асфальтировщики приперлись. Сегодня щебень засыпят, завтра асфальт, сказали. Наверное, не видно, как он ее тянет за собой. Ну вот, поставлю ногу. Я думаю, видно, что он тянет потихонечку, по миллиметру, по полсантика за удар. Медленно, но уверенно. Ну вот такая вот технология. Здесь масленка, кран подачи быстрее, медленнее, реверс, масло заливать, окошечко там. Пока все, пейзажик, шлеп-нога, вкус гнилой, трактор новый, компрессор новый. Ну и мы слегка пожеванные. Здрасте, вот и я. Не знаю, ага, вот. Не знаю, как получится. Короче, что хочу сказать. Вот она вылезла. И вот там, где компрессор. Смотри, он тянет за собой масленку, наверное, да? И вот эта торпеда вылезла. Сейчас просто гуляет туда-сюда. Попала прямо точно. Здесь 16 метров пролет, или 18, я не помню. Нажим — это очень важный момент, надо зафиксировать для истории. Как-то чересчур даже удачно. Масленочка вот. Ну что? Бегаю, конечно, я не Спилберг, но кое-как. И вообще уже устали. Ага, вот и наконечник уже появился. Вот так выглядит. Ну, в общем, все ясно. Походу что-нибудь еще будет.